В Беларусь перешел тропический шторм. Предупреждение синоптики объявили из-за резкого потепления и сильного ветра. Температура буквально за несколько часов поднимется с комфортных плюс 20 до 36 градусов. Сильные ливни по югу Беларуси начались еще накануне, а сегодня пройдут по всей территории страны. МЧС предупреждает, что в такую жаркую погоду не стоит долго находиться на улице, особенно детям и пожилым, а водителям лучше отказаться от длительных поездок.